30 марта, 2014 год, Харків, 12.09. И сегодня собираются сразу несколько митингов. Так, это Юго-Восток, Юго-Восток, что Юго-Восток не вижу, отсюда мне не видно. А, общественное движение. Что-то серп и молот вижу, ну, в общем, понятно. Народ будет подтягиваться, я думаю, еще потом, как только начало, и кроме того, еще и стрелки перевели на час вперед, людям потерялись некоторые по-любому. Так, там у нас сегодня митинг проевропейских сил намечается. И что больше всего радует, практически нет милиции возле Харьковской областной государственной администрации. То есть никаких уже неприятностей видно не ожидается. Позавчера, по-моему, прошел совместная пресс-конференция, была дана Майданом и антимайданом харьковским, ну, какими-то представителями того и другого движения. И, в общем-то, сказали, что Украина едина. Ну, в общем, много точек соприкосновения нашли и так много повода для противостояния. Посмотрим, как будут развиваться события. Сегодня еще в 4 часа еще один митинг будет про европейский, там ультрас металлистов, харьковский футбольный клуб будут собирать и за единую Украину, и в честь клуба сегодня играют здесь, в Харькове, металлист. Харьков, 30 марта, 2014 год. 12.36 по Киеву. Выступая с трибуны Верховной Рады, обрадовал народ. Он действительно говорил так, как будто бы он несет нам радость. Это сволочь, я не боюсь этого слова. Александровская выступает, коммунист харьковский. Рекомендую, заглянуть толковый словарь. Сволочь — это тот, кто сволакивает себе, забирая у других. Так вот, он является сволочью по определению, литературному, научному. Так вот, эта сволочь обрадовала народ Украины тем, что они не будут снижать социальные стандарты. Он сказал, да, милиция, мы могли бы пойти по пути Греции и снизить уровень прожиток, что, конечно, хорошо, уменьшить заработные платы, уменьшить социальные пособия, уменьшить минимальную заработную плату. Но мы этого делать не будем. Мы просто не будем их повышать. Эта сволочь думает, что мы тупые и не понимаем, что на самом деле он грабит народ Украины. Потому что он, его прислужники в Национальном банке, по диктовку американских консультантов отпустили курс доллара. Это значит, вы знаете, что доллар вырос уже в полтора раза. От 8 гривен уже доходит до 11, до 12. 30 марта, 14 год, Харьков. Збираємось
Олег, Олег. Не расслышал. Друзей поменял, да. Я хочу звернути до всіх, щоб сьогодні пошанували пам'ять тих дійсних героїв, які віддали своє життя з надією, що Україна буде іншою, Божою, прекрасною, і вона буде провідною в світі у всіх чудових. Національний преступник, міжнародний преступник. Ви слідуєте брати приклад. Ви після 4-го року я не можу до вас доїхати. Я декілька разів я приїжджаю за свій кошт до вас, тому що це є розділ не пускати українських артистів на схід. Негласний є указ. Негласний є указ. І саме ви, харків'яні, ви не можете просто сказати, слухайте нашу музику, знаходьте. У мене вчора був концерт, на ньому було 15 чоловік. У вас є інтернет? В кого є інтернет? Шукайте. У мене вчора був концерт, на ньому було 15 чоловік. І це тому, що ми маємо пасивну позицію, а не активну. Ми чекаємо, поки Кернес вам вивісить всі афіші. От, зараз я скажу, зараз звучала ода. Чекайте. Без суд, без нічого. Ми мусимо виборювати, ми самостійно, ми вирішуємо, що ми будемо слухати, що ми будемо купляти, що ми будемо говорити. Згинуть наші воїни, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Покажем, що ми браття козацького роду.
нашим, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Харкову і Слобожанщині! Дякую, вас цілую, обіймаю. Дякую. 30 марта 14 год прайде. Харків, 30 марта, 15:03 по Києву.